Всем большой привет! И сегодня мы с вами довольно-таки быстро и просто сделаем вот такую замечательную елку из бумаги. И для такой елочки нам с вами понадобится лист А4 бумаги, это зеленый цвет, двухсторонний. Также понадобится маленький кусочек вот красной бумаги для звездочки нашей. Также понадобится карандаш либо ручка, ножницы, линейка и клей. Первым делом мы из нашего листика А4 делаем квадрат. Берем один уголок и заворачиваем его вот так вот ровненько вверх. Выравниваем, чтобы ровненько наш квадратик ложился. Вот так выравниваем. Здесь хорошенько линию наводим. И лишнее отрезаем. У нас с вами получился ровный квадрат, из которого мы сейчас будем чертить ровные линии. И первую линию мы проводим на линии сгиба. Вот у нас наш квадрат превращается в треугольник. И вот здесь, где у нас идет сгиб, мы делаем прямую линию. Линию делаем на расстоянии, наверное, сантиметр. Отмечаем себе от края 1 сантиметр с разных сторон для того, чтобы провести ровную линию. И проводим эту линию. Вот так вот. Раз. И дальше до конца провели. Ну и здесь, наверное, тоже до конца доведем. Вот так. У нас получилась с вами здесь ровная линия. Теперь поворачиваем вот таким вот образом к себе, чтобы вот так вот ровно к нам левая сторона лежала. И нам нужно будет проводить линии ровные вниз до самого конца. Размер каждой линии пускай у нас будет тоже в сантиметр. Вот мы сейчас примерно наводим себе вот эти вот линии. Вот такие вот ровные. Далее точно так же. Расстояние каждой линии у нас 1 сантиметр. И вот смотрим, что у нас получилось. Вот таким образом ровные линии. Ширина 1 сантиметр каждая. Сейчас мы делаем надрезы. Вот от самого маленького. Давайте начнем снизу вверх по линии, что наводили. Не до конца, а до линии вот этой нарисованной мы делаем надрезы. У нас с вами получаются вот такие вот разрезы, видим, тоненькие. И сейчас мы разворачиваем нашу фигуру рисованной частью, вот здесь, вот, где мы рисовали линии, к нам лицом. И крупными полосками, вот так вот, они должны у нас снизу вверх, вот так вот смотреть. Сейчас мы берем клей и начинаем клеить нашу елочку. Первым делом мы начинаем снизу. Берем каплю клея и наносим на край с правой части, ну либо с левой, как вам удобно начать. И клеим данный край вниз. Внизу мы клеим вот таким образом, ровненько. Сейчас я покажу. Вот так. Клеим и держим. Так как клей у нас высыхает, ну, чуть дольше, чем мы приклеили бы двухсторонним скотчем, поэтому лучше подержим. Так, и второй край, вот этот вот, мы также наносим клей на край и точно так же приклеиваем и держим, чтобы все хорошенько зафиксировалось. Следующие у нас пойдут опять
правый, чуть выше, который идет край, и левый. И точно так же начинаем всегда с правого, теперь так как мы начали с правого. Берем следующий, приклеиваем теперь уже вот так. Данная часть вот эта у нас будет лицевая, поэтому мы стараемся аккуратненько все приклеивать. И точно так же наносим клей на левую полосочку верхнюю. Приклеим ее сюда, сверху. И держим. Видим, у нас уже начало елочки готово. Далее мы продолжаем точно так же с каждой полосочкой. Начало правое. Сверху нахлёстом левое. Вот у нас уже, видим, елка получается. Вверху уже некуда делать нам наши завитки. И мы отрезаем лишнее. Мы оставляем место для того, чтобы приклеить вверху звездочку. Вот мы примерно полукругом вот так вот отрежем. И сюда приклеим звездочку. Звездочку я привыкла рисовать вот таким вот образом. Сейчас мы с вами ее нарисуем. Вы можете обвести уже готовую ровную звездочку. Я привыкла ее нарисовать, точнее рисовать вот так вот. Вот так вот примерно. И вырезаем ее ножницами. Приклеиваем нашу звездочку на елку. Ну что ж, вот и все. Наша елочка готова. И она готова украсить вашу комнату, либо украсить вашу картину, которую вы будете делать в виде аппликации, возможно, какой-то на подделку в школе, садик или куда вам понадобится. И также можно украсить, подвесив на ниточку вот таким вот образом нашу комнату. Тоже будет красиво вместе со снежинками. Вот такая елка у нас с вами получается. Делать ее очень просто. Понадобится только квадратный листик бумаги. И размер елочки, если вам интересно, у нас получается, ну, примерно сантиметров 25-30 высотой. И если вы хотите сделать меньше елочку, тогда возьмите квадрат бумаги поменьше. У меня квадратик бумаги размером 21 сантиметр. Поэтому вы смотрите сами, какая елка вам нужна. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Обязательно делайте подделки с помощью нашего канала и делитесь ими в нашей группе ВКонтакте. И также, как вы видите, у нас на канале очень много вариантов различных елочек. И если вам интересно и заинтересовала вот такая вот елочка прикольная из бумаги, тоже делается очень просто, нажмите на нее и посмотрите видео в новой вкладке. И также у нас еще одна замечательная елочка, вот такая пышная, также сделана из бумаги очень просто. И если вам понравилась она, кликайте на нее и увидите видеоурок, как сделать такую елку. А вас всех с наступающим Новым годом! Всем пока! Всего вам хорошего!